Привет! Сегодня я буду делать радужный браслет. Мне очень нравится, как он выглядит, хоть и делается он элементарно просто. Сначала я покажу, как сделать простое круглое плетение из 4 нитей. Для этого нам понадобится 2 толстые нитки длиной 70 см, сложенные пополам и завязанные узелочком. Само плетение похоже на косичку, только из 4 ниток вместо 3. Еще раз показываю все с самого начала, чтобы не запутаться. Длина нашего браслета должна быть на пару сантиметров больше, чем запястье. В конце тоже завязываем узелок, чтобы закрепить. А теперь ровно обрезаем кисточки. Я сделала 7 одинаковых браслетов цвета радуги. В принципе, можно сделать больше или меньше других цветов, но мне очень понравилась идея именно такого. Соединяем их вместе с помощью нитки и иголки. Чередуя, располагаем кисточки по разные стороны узелков. Вот что должно получиться в конце. Кисточки можно обрезать короче, а можно оставить как есть. Мне понравилось как есть. Он получился свободным, и поэтому одевается без застежек. Надеюсь, вам понравилось и все было понятно. Спасибо, что остаетесь со мной.